Виталий Иванович, я прошу вас, свяжитесь сегодня с компанией, которая устанавливает новую ферму, значит, животноводческий комплекс. Вот. И мы готовы предоставить им льготы. Это господин Мораль, который привез первую партию племенных коров. И там будет хорошая ферма. Я посетил, посмотрел. Они попадают под закон о инвестициях, предоставление соответствующих льгот. Готовьте постановление исполнительного комитета о том, что на территории Гагаузии 10 животноводческих ферм, которые будут установлены, каждая из них получит по 1 миллиону лей из бюджета Гагаузии субсидии на развитие животноводческих комплексов, животноводческой отрасли в Гагаузии, во исполнение программы развития животноводства Гагаузии. Все жители Гагаузии должны пить молоко, натуральное молоко, не с порошка, завезенное непонятно откуда, а молоко, которое произведено на территории автономии. Это надо приветствовать. Вот это будет реальная поддержка. Там будут задействованы рабочие руки, там будут открыты рабочие места. Что мы теряем? Мы ничего не теряем. Инвестор сам находит деньги, сам привозит, так давайте мы ему поможем. Дадим 5 лет освобождения от уплаты всех видов налогов, плюс еще дадим 1 миллион лей. 5 лет ферма отработала, 1 миллион лей списывается с бюджета Гагаузии, как поддержка этой компании. У нас одна в Тамае есть, уже льготный период завершился. Люди видят. Мы их не обманули, мы свое слово сдержали, 5 лет они налоги не платили. Сейчас эта компания, а дальше уже пойдет цепная реакция. Вы увидите, там в течение года появятся желающие поставить 10 таких ферм. И пусть работают, дают молоко. В других местах разрушают, а мы будем восстанавливать.